Конференция собрала на филологическом факультете университета преподавателей вузов и школ республики. Основная цель проведения подобных мероприятий – привлечение внимания общественности к гуманитарным, в частности филологическим наукам, а также разработка определенных методик, которые позволят ученикам и студентам с большей легкостью овладевать дисциплинами. Поле проблем, которые мы обмерковываем на этой конференции, все лето поширилось, потому что не только филологическая эдукация будет у центры наших исследований и нашего обмеркования, але и иншие дисциплины, которые укладываются в школе и высшей научной установе. Сегодня, беспрешно, колькость годин, про это все ведают, на филологичные дисциплины вельми поменьшилась, тому потребно шукать те шляхи, те методы, те приемы, которые сегодня будут содействовать больше эффективному укладанию этих дисциплин. Литература и языки на протяжении многих лет были приоритетными предметами в ведущих вузах мира. Их начинали изучать в школе и дальше развивали благодаря знаниям, полученным в институтах и университетах. Сегодня, несмотря на небольшое количество программных часов языка и литературы, ученики и студенты с удовольствием читают и пишут, а значит, филологии жить. Филологичные дисциплины, их выкладание в школе ВНУ – это особливая дисциплина и особливая з'ява, потому что мы маем справу с мастацтвом, мастацтвом слова. И разуметь мастацтво слова, поверьте, вельми-вельми непростая задача. У нас лечить, что у всех, кто научился читать, то же и разумея законы мастацкого мысления, логику. Увогуле, для чего написан мастацкий твор? Что им дае? На узровне переказа, ці на узровне успримання з'яви мастацької, якая апелює до души, до розуму, до серця, якая вучить розуміти життя, самі різні аспекти. Такі мероприятия, в першу чергу, я лічу, потрібні для того, щоб, мабуть, проаналізувати ті помилки, які є, і ті плюсы, кажуть, узважить и знайти, какие есть в сучасном школьном процессе. Основная тема конференции в этом году – юбилей со дня рождения талантливого педагога филологического факультета Брестского государственного университета имени Пушкина Веры Яковлевны Зарецкой. Именно ее кафедра стояла у истоков проведения подобных мероприятий. Вопросы, которые обсудили педагоги, самые разные. Однако цель их одна – обеспечить качественное и эффективное преподавание языков и литературы.